Добрый вечер! Кабельное телевидение подготовило много замечательных призов. И сегодня мы определим, кто же станет их обладателем. А сейчас удача улыбнулась абоненту с номером лицевого счета 012929. И он получает вот этот замечательный телефон. Варакин Александр Васильевич, Володарского 109. Счастливым обладателем этого телевизора станет абонент с номером лицевого счета 006686. Байбородина Лидия Петровна, Ленина 88. Целый год наслаждаться кабельным телевидением будет абонент с номером лицевого счета 009268. Бушманов Денис Сергеевич, проспект Мира, 15А. Сегодня модуль для просмотра кодированных каналов достается абоненту с номером лицевого счета 014613. Махматкулов Алишер Мингишевич, Виноградова, 38. Телеку ничего интересного нет? Подключай кабельное Котлас ТВ и смотри в цифровом и аналоговом режиме более 100 каналов. Фильм, юмор, спорт, мультфильмы. Маяковского, 36Б. Телефон 2 70 34. Скучно не будет. Кабельное Котлас ТВ.